друзья, в этом видео я вам покажу, где же находится обменник в Marina Mall. Значит, смотрите, как только вы зашли в Marina Mall, вам нужно двигаться по правой стороне вот к этому эскалатору. Значит, смотрите, именно под ним и находится обменник. Сейчас я вам покажу это все, как к нему пройти. Вот, значит, exchange, где вы видите вот такую вот надпись. Значит, там вы можете обменять валюту. Значит, курс американского доллара к дирхаму. Один американский доллар, это равняется 3,65 дирхамов. Значит, за 100 долларов американских вы получите 365 дирхамов. В принципе, курс везде, можно сказать, одинаковый, поэтому в любом обменнике можно обменять ваши доллары на дирхамы для того, чтобы вам было выгоднее расплачиваться в точках, где вы что-то покупаете. Итак, друзья, мы поменяли 100 американских долларов. Смотрите, значит, курс 1 американский доллар равен 3,65 дирхама. Значит, всего 100 американских долларов получается, это 365 дирхамов, на руки нам дали 362 дирхама, и 3 дирхама 10 филсов, это сервисный сбор обменного пункта. Вот так вот осуществляется обмен долларов на дирхамы, никаких сложностей нету. Смотрите, значит, при обмене меня попросили написать фамилию, имя и номер телефона. Собственно говоря, никаких сложностей нету. На русском, значит, работник обменного пункта не говорит. Но в целом он доходчиво понимает, что нужно сделать. И в этом сложностей никаких нет.